Вот. Привет-привет, мои прекрасные друзья. У нас прям бесплатное, для нас бесплатное представление. Детский день рождения. Тут у нас прямо, видите, химическая лаборатория. Что-то вот он выделывает. Кстати, именно это и называется комплимент от шефа. Хозяйкам на заметку, чтобы долго не стояли в плите, не изучать перед. Берем и делаем мгновенный сладкость. Вот вам молекулярная кухня. Ой, у нас тут был. Сейчас он их заморозит. Мелкую-мелкую кровь. Вуаля. Готов. Вот видите, что значит азот. Ну это для тех, конечно, кто знает. Его кушать вообще ни в коем случае нельзя, уже не выйти. Жалко. Кстати, а как вы думаете, что именно замерзло семи? Вот все же вышли. Два, и вы так тоже. Я же показал. Нет, из какой такой жидкости? Ну, из воды, конечно. А вода при такой температуре? В лед. В лед. И просто поломалось. Поэтому задаю вопрос. Что же, будете взять и опустить туда? Ответ тоже самый есть. Только рука толще. Вот видите, не кладите ручки. А что будет, если мы возьмем? Что такие воды? Нет. Вообще не. Только смотрите, например. Вот такой фокус сейчас покажем. Там, где нет воды. Нашел! Чуйка! Там, где воды нет. Все, проверяй! А, извините, что отвлекся. Ой, что там, мы тут уже в клоунаду. Я всю химию хотела вам показать, а тут в клоунаду. Видите, какой йога? Ну, молодец. Я думала, будет коротенько, но уж извините, буду вас развлекать. Ну, а давайте. Думаете, повеселимся. Счет того, что для вас это бесплатно. Уж простите, простите. Сейчас кто-то скажет, ну, умеет она надоедать. Я вас к науке хочу приобщить. На самом деле, фокусники для этого использовали специально подготовленный стол. Он сейчас только что обчихнул. А что он? Ну, мы инженеры будем называть на отверстие. Но это уже комфортнее будет. Итак, берем и на счет 3,5 проталкиваем шарик свой стол. Кстати, до 3,5 все умеют считать? Нет. Давайте со мной. Один. Два. Какой? Стоп. Какие три? Мы считаем 3,5. Нам трех нет. 1, 2. 2,5. И 3,5. Все, достаем. А, стоп. Это же не мой стол, который подготовлен. Это все в итоге нет. Стол попросил. Не пойму, а где шарик-то? Эй. Шарик! Шарик! Стоп! Ну, как идет? Там какой-то кулечек целлофановый. Пикачу, это же наш шарик. Спокойно, я знаю, как его у вас сказать. Можно посмотреть? Можно мне? Смотри, классно. А ты так умеешь? Ты так умеешь, Марк? Шарик целый. Ничего себе! Ну что, играться я буду, а? Класс! Об стол оно! Об стол? Или вот стол? Стол? Кстати, я ж поесть хотел, а? Что ж такое? Шарики уже вот. Зелень была не мытая, смотрите. Зелень была не мытая, мы ее выросли. Так, так. Шарики уже года два вообще не ем на диете. На ПП перешел. Вот, да. Вы, кстати, шарики не едите? Не ем. Дети, на зеленое, скажи, классно. Все. Я большая принесла. Большая? Или хорошо? Вот, сложно. Так, ладно. Надо найти... Что у нас едобное? Ну, давайте, так много для вас. Извините. Оп, нашел. Что он сейчас будет делать, уже вы не узнаете. Потому что... Моя
А что она так странно упакована, печенька? Я вспомнил. Это я в лаборатории лет 5 или 6 назад химичил, хомячил, но ел и доел. И чтобы оно не пропало, я его в кулечек положил. Ну что, обнимаю вас фокусом химическими чау-чау, мои прекрасные друзья. Это у нас... Вот, иду я домой. Ой, это у нас в комплексе. Ну что, пора домой. Чао-чао. Тишина, спокойствие, гармония. Люблю вас гармоничной любовью. Чао-чао, мои прекрасные друзья.